Да вот же они. Где? Вот. Бросай, где? Вот. Комиссия по лишению водительских прав. Месье, уважаемый, притих, прошу извинить. Лишаем прав. Все согласны? Да, да, да. Да, да. Я вас где-то видел? Да, мой майор. Шеф Кришо, бригада Сан-Тропе. Простите. У вас ударная бригада, майор. Вы знаете, как ограничена скорость? Да, мой майор. Убирайтесь, чтобы я вас не видел. Да, мой майор. Итак, моя красавица. Простите? Вам не удалось сбежать, всегда вас поймаю. Вы кто? Я Дед Мороз. И эти квитанции, пап. И еще куча сюрпризов. Да что на вас нашло? Видал я дурочек, истеричек, дикарок. Но все они раскалывались сразу же. Вам в самый раз подойдет клетка. Встать! Хорошо. Заткнись. Вы знаете, кто она? Плевать. Сумасшедший! Вы понимаете, с кем вы говорите? Это мадам полковник Ле Франсуа, вдова командующего округом в Нижней Нормандии, личного друга генерала Дрошмана и госсекретаря Фуша, и кое-кого еще, кого я не назову. Она еще там? Хочу пипи.